kim sevilmay armonlar ichra ketar kim quvonch kimlar alamda manzili sari yetar bu hayot ummonida kimlar juftin izlaydi vatan gado bo'lib kim arosatda bozlaydi kimdir mehr ulashib oromidan kechadi bozganing baxti uchun biz sotdani sochadi hayot davom etar davom etar hayot muhabbatimizdan yaralsin asli bu dunyo hayot davom etar orzu bo'lsin qanot lazzalarimizni mehrga to'ldirsin dunyo Лазиза? Лазиза, говорю! Подожди. Ты куда идешь? Пошли домой. Я никуда не пойду. Езжайте сами. Не дури. Пошли, говорю. Не дури? Что вы говорите? Я для вас дурой стала? Может быть, завтра их всех в больницу отвезете? Отпустите руку. Ну все. Не начинай снова. Пустите. Пустите мою руку. Я давно уже закончила. Это вы сами ходите за мной и заставляете меня начать все заново. Эй! Не трогайте! Я тебе говорю, вернемся домой! Не вернусь! Сейчас отец с матерью вернутся домой и будут спрашивать тебя. Ну и пусть! Пусть спрашивают! Дайте мои вещи, я пойду, я уйду! Ты не переходишь границы, а? Хватит! Мне все надоело! Я не буду с вами жить! Ах так? Да, так! А ну, пошли! Отпустите! Отпустите мои руки! Идем, говорю. Отпустите, я не сяду. Я все равно не сяду. Сядешь. Моей любимой, моей Райхон в саду. Привет. Привет. Какой выберешь? Этот. Спасибо. Не за что. Недолго ждала? Нет. Наоборот, я с наслаждением читаю книгу. А что за книга? О любви. Вы тоже любите парня по имени Асадбек? Нет. Тогда зачем мы встречаемся? Не знаю. Значит, играем, да? Тогда я пошел. Эй, не спеши! Я же пошутила. Я понял, душа моя. Не говори, душа моя. Что будет, если кто-то услышит? Тогда когда ты разрешишь мне говорить, душа моя? Ладно, пошли прогуляемся. Ладно. Идешь? Быстрее иди. Ладно, вы идите, я сама зайду. Я тебя домой заведу, потом уйду. Что, вы мне не верите? Пустите. Идем. Здравствуйте. О, здравствуйте. Как вы? Как домашние? Спасибо. Как сидят? Пустите руку. Рука болит. Не пущу. Пустите. Привели сюда, все. Теперь уходите. Лазиза, ты из-за денег так делаешь? Женившись на тебе, я теперь только понял, какая ты. Ну и какая же я?
Это вы до свадьбы давали обещание до небес. А теперь как кот сидите и смарщиваетесь. Закрой рот, пошли в дом. Да не трогайте, отпустите. Не болтай руку. Много. Отпустите, я говорю. А ну иди сюда. Отпустите. Сейчас. Ой, заходите. Здравствуйте. Хорошо добрались? Заходи. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Салохаден, как вы, сынок? Здравствуйте. Как домашний? Все хорошо у вас? Да, хорошо. Все хорошо? Спасибо. Заходите, пожалуйста. Спасибо. Нет, нет, я не буду заходить. Все в порядке? Нет, не в порядке, мама. Пожалуйста. Объясните своей дочке, где место мужа в семье и какое место занимает жена. Когда придет в себя, заберу. Счастливо оставаться. Ой, сынок, стойте. Салахаддин, куда вы? Что случилось? Все в порядке? Проходите внутрь, потом поговорим. С удовольствием бы проводил, но моя иномарка в мастерской. И, как назло, водитель. Бедненький простыл. Ну и скажешь же ты. Райхон, вот посмотришь, устроюсь на хорошую работу и машину куплю. Дай бог, чтобы твои желания исполнились. Ты же рядом. Душа моя спокойна. Мы ведь всегда будем вместе, да? Что с тобой? Не знаю. Как будто я потеряю тебя. Ты не уйдешь от меня? Интересные вещи ты говоришь. Мне нужно идти. Хорошо. Тогда я вызову такси. Нет, не надо. Я поеду на метро. С ветерком. На такси отвезу. На метро мне удобнее. Подбросишь, когда машину купишь. Ладно? Хорошо, моя маленькая принцесса. Маленькая принцесса? Да. Тогда кто большая принцесса? Кто же еще? Мамочка моя. Как ее здоровье? Сейчас намного лучше. В следующем месяце опять на лечение. Пусть поправится. Я пошла. Ладно. Ну ладно, пока. Счастливо пока. Добраться. Рассказывай с самого начала, что случилось. Зять со злостью привел тебя до порога. Он никогда так не делал. Значит, есть серьезная причина. Правильно? Он сам во всем виноват. Почему?
Говори же понятнее, чего ты молчишь? Почему ты молчишь? Сейчас мое сердце разорвется. Говори уже уже. Эй, попросила купить новое платье, он отказался. Ну и потом? Что потом? Что потом? Потом поссорились. Мама, на самом деле всегда так. Он меня не считает человеком. Дочка. Мои платья все износились. Я сказала, что должна обновить. Попросила денег. А он смотрит на меня удивленно. Да и ты, наверное, уперлась. Доченька, я до свадьбы купила тебе 100 платьев. Могла же их надеть, не скандалив с мужем. Мамочка, ладно платье. У меня и косметики совсем не осталось. Хочу купить хорошую краску для волос. Денег нет, вот. Поэтому я разозлилась. И все ему в лицо высказала. Зря ты это сделала, доченька. Разве можно так с мужчиной обращаться? Тогда кому я буду говорить, мама? Кому говорить? Не буду же я свекрови или свекру говорить. Кроме Салахаддина, кто есть еще у меня в этом доме? Если захочу что-то поесть, захочу одеваться, если будут недостатки, я должна мужу говорить, правильно? Так. Мамочка, пусть ваш зять немного помучается, тогда будет ценить меня. Ой, Райхона, Райхона, подожди. Ай, подожди, как Невестка, ты? Невестка, здравствуйте, как вы? Как ваши дела? Все хорошо у вас? Как твоя сестра? Да, хорошо. Она вернулась, что ли? А зачем вы так говорите? А я же вернулась сама своими глазами, вот и говорю. Зять твой взял и оставил ее. Нет, не преувеличивайте. Может быть, пришли проведывать маму? Ой, маму, они приедут проверять хмурые, что ли? Разозлившиеся, хмурые. Кажется, что-то серьезное произошло. Даже если и произошло, что такого? Вам-то что? Ты почему так говоришь? Ведь мы соседи, не разлей вода. Мы с твоей мамой самые близкие подруги. Вы для меня как родные дочки. Сердце трепещет, думая, что что-то случилось. Поэтому и спросила. Не беспокойтесь, они просто так приехали. Они словно обиженные зашли. Немного погодя, и зять как стрела вылетел, вот. Я вот здесь сидела. Точно, что-то случилось. Ладно, я пойду. Будьте здоровы, хорошо? Ай, тихони. Лишь бы все было в порядке. Хосятхон, постойте. Здравствуйте. О, Райхон, как ты? Как вы? Как ваше здоровье? Все хорошо? Как добрались? Хорошо. Как мой зять? Как вы привыкли уже быть невесткой? Да, спасибо. Уже 2 месяца. Как не привыкает. Даже себя превзошла эта твоя сестра. Мама, не упрекайте. Сама-то как, Райхон? Не устаешь? Пойдет. Нормально. А где зять? Не пришел, что ли? Это... Твой зять горит, как огонь. Вот это... Подлила везде керосин. Мама! Что, мама? Что, мама? Я у тебя спрашиваю, что будет дальше? О, Господи. С тобой все в порядке? Здравствуйте. Ай, Мавлюдахон, как вы? Как все вы? Хорошо у вас? Как ваши домашние? Спасибо. Как дети? Спасибо. Как сами вы? Спасибо. Хорошо. В магазин входила. Пойдемте чай пить. Нет, спасибо. В следующий раз. Мавлюдахон, как ваши девочки? Они в порядке? Да, спасибо. Вчера видела вашу старшую дочь. Этот ваш бессовестный зять за руку ее тащил, дергал. Очень обозленный оставил ее. Очень плохо вышло, да? Она не ушла? Да, дома. А вещи когда привезете? Что вы говорите? Какие еще вещи? Я не поняла. О чем вы говорите?
Ну, раз она не живет с мужем, привезете, конечно. А бог знает, может, и свекровь продаст мебель. А, таких много, мавлюдохон. Что вы за чушь городите? Кто сказал вам, что моя дочь не будет жить со своим мужем? Просто пришла домой в гости на 2-3 дня. Только не сплетничайте с другими соседями. От вас можно всего ожидать. Боже упаси, мавлюдохон. Ведь мы же близкие соседи. Когда вы видели, чтобы я сплетничала? Больше, чтобы я не слышала, что вы говорите о моих дочерях. Понятно вам? Да пропади ты пропадом со своими дочками. Зазналась она. Пусть ваши дочки совсем засидятся. Неужели зять ни разу не позвонил тебе? Не надо. Пусть не звонит. Зачем ты так говоришь, сестра? Все равно же ты его любишь. Во всех семьях бывают недоразумения. Послушай, Райхон, хватит, и ты не тереби мне сердце. Если зять не звонит, позвони сама. Поговори с ним нормально. Райхон, вот только ты осталась, кто не умничал. Сестра, это твой выбор. Ты же не допустишь того, чтобы все разрушилось, правильно? Райхон, знаешь, я сейчас ни о чем не хочу думать. Ты вышла за зятя сама по любви. Не делай так. Не разрушай семью. Райхон, ты ничего не понимаешь. Ты знаешь, в нашу жизнь вмешивается посторонний. Поэтому я просто злюсь. К тому же твой зять плохо зарабатывает. Ты обязана привыкнуть, сестра. Будь немного терпеливой. Сейчас. Алло. Слушаю, Асадбек. Мама, как вы? Идем, садись. Я хорошо поговорила с зятем по телефону. Короче, вся вина является в тебе. Что, во мне? Да. Понятно. Ваш зять по полной наговорил на меня, да, мамочка? Лазиза, дочка, что говорит мужчина, это закон для женщины. Мы рождены, чтобы всю жизнь преклоняться перед ними. Вы что говорите, мама? Я даю тебе воспитание, которое не смогла до сих пор тебе дать. Ты у зятя попросила денег. Он тебе объяснил ситуацию. Зачем ты накинулась на него? Я тебя знаю. Ты росла избалованной. Всегда добивалась своего. Но семья — это важное. Твоя мама все вынесет. Но угождать мужу — это твоя обязанность. Ты меня поняла? Мама... Значит, и вы на его стороне? Мамочка, я ваша дочь. Вы меня должны больше других понимать. Я тебя понимаю, дитя мое. Ты мой ребенок. Но я думаю о твоем счастье. Женщина немного должна быть терпеливой ради своей семьи. Ты должна ходить по линии, подчерченной твоим мужем. Не нужно никогда перечить своему мужу. Понятно. Значит, вы меня выдали замуж в рабство, да? Что? Какое еще рабство? Когда ты успела стать такой высокомерной, а? Когда? Мама, вы только посмотрите, мои одноклассницы живут как словно в дворце. У некоторых из них даже несколько машин, дома, дворцы. Ну, а я? Осталась в четырех стенах двухкомнатной квартиры. У моего мужа, кроме его машины, развалюхи, ничего нет. Короче, мама, я мечтала не о такой жизни. Эй, девчонка, стой, я тебе говорю. Отпустите мою руку. Куда ты пошла? С ума сошла, что ли?
Райхон, у меня сегодня для тебя отличная новость. Какая новость? Моя мама хочет пойти к вам свататься. А чего ты смущаешься? До каких пор будем прятаться? Вот теперь поженимся. Мне нужно сказать маме. Твоя мама же знает о наших отношениях, да? Да, знает, только она же должна знать о том, что придут свататься. Райхон, после свадьбы перейдешь на мою фамилию. Асадбек Камалетдинов, Райхона Камалетдинова. А если не перейду? Слово супруга закон, должна перейти, перейдешь. Какой аппетит у вас? Если вы согласитесь со мной, не пожалеете, моя принцесса. Мамочка, что вы делаете? Вещи твои собираю. Ой. Ты сейчас же поедешь к себе домой, поняла меня? Вы шутите? Значит, вы хотите выгнать меня из родного дома? Почему ты не понимаешь? Теперь ты в этом доме гостья. Девушка камень, куда упадет, там и должна застыть, ты меня поняла? Мама, вы хотите, чтобы я опять мучилась, страдала, да? Все соседи говорят только о тебе. Вон, иди послушай. Я даже голову не могу поднять уже из-за тебя. Сейчас же пойдешь и, склонив голову, попросишь прощения у мужа и у свекрови. Будешь жить в своем доме. Иди. Если я в данный момент туда приду, вы знаете, что они скажут? Не будет выглядеть, как сама ушла, сама пришла. Мама, я, растоптав свою гордость, опять туда вернусь, что ли? Ты эту свою никому не нужную гордость отодвинь подальше. Ради своей семьи, если нужно будет, на колени встанешь. Умоляй, будешь просить прощения. Давай, готовься. Никогда. Я в этот дом ни за что не вернусь. Когда уходила, я сказала, чтобы век этот дом не видеть. Не самовольничай. Если сама не пойдешь, я тебя сама отведу. Ну-ка, давай, вперед. Нет, не пойду, мама. Здравствуйте, тетя Замира, как вы? О, здравствуй, здравствуй, Райхан. Подожди, как ты? Спасибо, хорошо. Как сами? Как себя чувствуете? Я-то хорошо, а вот вы не похожи, что хорошо. Особенно ты. Почему вы так говорите? Да твоя сестра же ушла от мужа. Хотя еще и 3 месяца не прошло. Завтра, когда и к тебе свататься придут, не скажут, что вот сестра разведенная. Сестра моя не развелась. Просто она гостит у нас 2-3 дня, и все. Наш зять сам еще приедет, заберет ее. Я же сама видела, как он затащил ее и оставил, как он заберет. Если он заберет, значит, твой зять тряпка. Ой, вы что говорите? Вы нам враг или кто? Вы не боитесь Бога? Не вмешивай Бога. Говорят, если сосед спокоен, значит и ты спокоен. Вы, сплетничая, хотите поссориться с нами, да? И у вас есть невестка. И к вашим дочкам приходят свататься. Будете выдавать их замуж. Вы не боитесь, что к ним вернется? Знаешь, что говоришь, поняла? Мои дети золото. Вот только узнала, как Мавлюда воспитала дочерей. Оба сестры, хоть и симпатичные, злые, ядовиты на язык. Не надо так говорить больше, понятно вам? Не распространяйте такие сплетни, пожалуйста. И не учи меня стыдиться, а? И шумная. Правда, никому не нравится. Для бессовестного город большой. Инстаграм. Лазиза, я тебе говорю, пошли. Ну-ка, ступай вперед. Мама, я говорю вам, не пойду. Идем, не зли меня, девочка. Мою руку, отпустите. Идем, я тебе говорю. Мама, не шутите, пожалуйста. Ты будешь пожалуйста. Еще заставлять меня говорить мама, дважды? Мама, прошу. Я тебе сказала вперед. Не шутите. Мама, говорю. Мама. Ты еще заставляешь меня с тобой говорить 2 раза?
Непослушная, избалованная девчонка. А ну-ка, езжай домой. Мама, нет, не пойду. Мама, что случилось? Почему вы так ласкаете сестру? Ты не вмешивайся. Твоя сестра должна уйти в свой настоящий дом. Вам понятно? Мама, ваш этот зять ни разу не позвонил и не сказал «приходи». С каким лицом я вернусь? Это ты вызвала у него отвращение. Он остыл от тебя. Он не может к себе привыкнуть. Женщина должна угождать мужчине. Должна давать ему любовь. Ты не останешься в этом доме. Ты пойдешь к себе, к своему мужу. Поняла меня? Мама, ну-ка, давай, не заставляйте пошли. Меня. Давай скорее. Мама. Мама, не заставляйте. Мама, что я все равно не пойду. Все, прошу, идем, я сказала. Не делайте мама, пожалуйста. Иди. Мама, все, вы выгоняете меня, что ли? Все. Мама, куда она пойдет? Хватит. Твоя сестра пойдет к своему мужу. Пусть будет служить своей свекровью и свекру. Не послушалась меня? Пусть пеняет на себя. Не смей открывать ей дверь. Поняла меня? Но мамочка... Райхон! Уйди оттуда. Но мамочка, пожалуйста. Ой... Мама, выпейте лекарство. Голова перестанет болеть. Куда теперь пойдет сестра? К себе домой пойдет. Куда еще? Кто ее пустит домой? Зря вы так сделали, мама. Если соседи увидят, скажут, что мать из дома выгнала. А потом... Это самое... Что еще? Асадбек хочет отправить своих сватов. Говорит, скажи маме, что придут домашние и все такое. Скажи, пусть не приходят. Почему, мама? Ты за этого парня не выйдешь замуж. Не поняла? Что ты не поняла? Вот, твоя сестра вышла за простого парня и стала моей головной болью. Ты не видишь происходящие беспорядки? А? Ты тоже выйдешь замуж за парня, который не может зарабатывать, а потом вернешься обратно, как твоя сестра. Повторишь ее ошибку? Он только закончил учебу. Еще устроится на хорошую работу. Кто даст гарантию, а? Райхон, доченька, кто только не будет к тебе свататься. Что бы ни было, я тебя не отдам за парня, у которого нет постоянной работы. Заруби себе на носу уже. Я не пойду замуж за другого. Вы, две сестры, сговорились, хотите меня живьем в могилу свести? Я ведь твоя мать. Вы обязаны слушаться меня, доченька. Мама, мамочка, простите меня. Вы оба меня ослушались. Мамочка, простите, пожалуйста. Не нервничайте, мама, пожалуйста. Если ты меня ослушаешься, у меня нет такой дочери, как ты, поняла меня? В общем, я не знаю, что делать. Ты объясни маме. Разозлившись на сестру, она же не может решать твою судьбу, правильно? Я поговорила. Вы не знаете обстановку в нашем доме сейчас. Мама очень расстроена. Выгнала сестру из дома. Что бы ни было, у твоей сестры жизнь одна, у тебя другая. Мы выбрали друг друга. По-другому быть не может. Не плачь, сладкая моя. Я приду и сам поговорю с твоей мамой, хорошо? Нет, нет. Не нужно приходить. Сейчас мама очень зла. Пожалуйста, не будем ее мучить, ладно? Моя бабушка и тетя хотят пойти свататься.
Не сейчас. Поймите, пожалуйста. У меня больше нет выхода. Сейчас. Ты не пошла домой? Завтра ты позовешь мужа домой. Мы обо всем поговорим. Поняла? Хорошо. Заходи. Все, все, не плачьте, Замирахон. Какая я несчастная, мам Людахон. Ой, да что случилось? Чего вы плачете? Сын со снохой поссорились. Я уходила к сестренке, а как вернулась, сын избил и выгнал сноху на улицу. Плохо получилось. А почему они поругались? В чем причина? Да, сноха, наверное, огрызалась. У сына характер тяжелый, вы знаете. Сразу выходит из себя. Взял сразу сноху и отвез ее к ее матери. Говорят, от своей беды не увернешься. От домашнего вора не убережешься. Хватит, не плачьте. Возьмите себя в руки. Хорошенько поговорите с Амидзином. Привезите невестку. Вы сами съездите во главе. Захочет ли? Если не захочет, все равно привезете. Говорят же, нельзя ломать даже гнезда птиц. Пусть не разрушается семья сына. Не говорите. Мавлюдахон, я опозорена на всю Бахалю. Все соседи видели, никто не остался, кто не слышал. Мавлюдахон, простите меня. Я сплетничала насчет вашей дочери. Всем рассказывала о том, о сём. Вот теперь меня Бог наказал меня. Не прошло и 3 дня. Ко мне вернулась. Самой вернулась. Оказывается, все возвращается. Простите, соседка. Я очень жалею. Ладно. И сам Дин сам хочет помириться или нет? У сына моего душа не лежит. Я заставила жениться его, думая о себе. Вот теперь они каждый день, как кошка с собакой, ругаются и ругаются, вместо того, чтобы стать ближе. Зря я так сделала, Мавлюдахон. Вы умно поступили. Вы отдали дочь за того, за кого она хочет. Правильно сделали. Пусть они сейчас ругаются, ссорятся. Но вот посмотрите, любовь возьмет верх. Они помирятся, и все будет хорошо. Дай Аллах. Извините, соседка. Все хорошо. И с вашими детьми все будет хорошо. Не переживайте. Пусть так и будет. Салахаддин, я свою дочь одна растила. После отца нам было долгое время тяжело. Их растила я без отца. Сама не ела, дочерей хорошо кормила, одевала, собрала все богатство и выдала эту дочь. Если я чем-то провинилась, прошу прощения, сыночек, простите нас. Нет, не говорите так, мама. Разве может мама сделать что-то не то? Салахаддин, вы умный, развитый парень, я знаю.
Моя дочь избалованная. Да к тому же и характер у нее немного плохой. Росла она без отца, поэтому избалованная. Если она как-то вас обидела, то я прошу прощения лично за свою дочь. Пожалуйста. Мама, вам не нужно просить прощения. Ошиблась Лазиза. Думаю, моя дочь не допустит того, чтобы я отпустила голову. Я верю. Она на все согласится. Ради своей родной матери. И, конечно же, вернется обратно к вам. Если я еще мать, она укрепит свою семью и будет жить красивой, счастливой жизнью. Салахаддин, я вас считаю своим родным сыном. Что скажете? Вы ведь заберете сегодня мою дочь к себе? Я ей объяснила все, что вы сказали. Отныне моя дочь хорошо знает, где место женщины в своей семье и где место мужа. Она все поняла. Лазиза, дочка, у тебя есть что сказать своему супругу? Это вы простите меня. Это больше никогда не повторится. Впредь все будет так, как скажете вы. Молодец, доченька. Салахаддин, в будущем так и будет, даст Бог. Спасибо, мама. Не нужно благодарить. Если вы будете жить спокойно, благополучно, счастливо, заполните мою душу внуками, а я буду молиться за вас. Мне больше совсем ничего не нужно, дети мои. Мамочка, я вас очень люблю. Спасибо вам за все. И я люблю тебя, доченька. Дай Бог, будьте счастливы вместе. Составьтесь вместе. Спасибо. Дай Бог, спасибо, чтобы исполнилось все. Ладно, мама. Ладно. Счастливо оставаться. Счастливо оставаться, мама. Хорошо. Лазиза, все запомнила, да, что я сказала? Да, запомнила. Я все запомнила, что говорили. Умница, дочка. Молодец. Мама. Сынок, в следующий раз придете отдельно в гости, хорошо? Передавайте привет домашним. Хорошо, хорошо. Ладно, счастливо добраться. Хорошо. До свидания. Счастливо оставаться. Всего хорошего, доченька. Люблю вас. Будь умницей. Хорошо. Все хорошо, доченька? Спасибо. Твоя сестра ушла. Не проводила ты? Ой, как ушла? Да. Зять сам забрал? Почему вы мне не сказали? Я бы тоже вышла. Ну ты же сама обиженная закрылась в комнате. Послушай, доченька, завтра пойдем с тобой на базар. Зачем? Нужно сделать покупки в дом. Какие покупки? Ты интересно говоришь, доченька. Мы разве не будем готовиться встречать сватов? Скажи Асадбеку, пусть приходят сваты послезавтра. Не прячь свою радость. Знаю, сейчас ты сразу позвонишь и скажешь Асадбеку. Сразу говорю. Ты тоже, как твоя сестра, после свадьбы не придешь ко мне на порог заплаканная. Поняла меня? Обещаешь? Не то получишь у меня, а? Идем ко мне, моя сладкая. Будь счастлива. Спасибо. Будь счастлива.
Райхон? Привет. Что случилось? Ты чего нахмуренная? Говори, что произошло. Все в порядке? Мама все равно не согласилась. Этого не хватало. Веди меня домой, я сам поговорю. Эй, стой! Ты хочешь все испортить, что ли? Почему все испортится? Ведь ради нашей любви, ради самих себя, мы должны сами стараться. Ведь мы любим друг друга. Я не могу представить другую, пойми. Чего смеешься? Я пошутила. Что? Серьезно? Да. Значит, я могу отправлять сватов? Да, можешь. Да. Эй, у нас будет что свадьба. Ты делаешь? Я сделаю тебя счастливой. Тише. Буду тебя на руках носить, ты люди знаешь? Люди услышат же.